Thank <laughs> you. Уважаемые коллеги, добрые, доброе утро. Я вновь рада приветствовать вас на нашем проекте Гипократ-5. Продолжаем наши вебинары на тему эндокринной патологии. Сегодня поговорим с вами об акромегалии. Не случайно я вынесла в название своей презентации ⁇ Акромегалия ⁇ Сложный диагноз ⁇ И мы с вами немножко остановимся на том, как диагностировать это заболевание, как его лечить и почему это на самом деле для многих врачей, в том числе для эндокринологов, остается сложным диагнозом. Итак, акромегалия, что это такое? Это клинический, безусловно, клинический синдром, который развивается вследствие избыточной секреции гормона роста и который проявляется увеличением размеров дистальных... Кон... Отделов в конечности, в частности, кистей рук, стоп, а также кистей лицевого скелета. Кроме того, акромегалия, безусловно, проявляется и увеличением внутренних органов и развитием различных соматических заболеваний на этом фоне, а также нарушением практически всех видов обмена веществ. Название акромегалии произошло от греческих слов акрос или конечность, ну и мегас большой. С наиболее ярким представителем... Как иллюстрация этого заболевания в верхней части слайда вы видите фотографии молодой женщины, которую болезнь превратила вот в, в, в такое подобие. Не случайно ее называли, и она получила титул самой уродливой женщины в мире. Это англичанка Мэри Энн Вебстер, которая родилась в 1874 году, она в молодые годы была медсестрой, но затем болезнь привела к тому, что внешность ее была обезображена, и последние годы она была вынуждена подрабатывать для того, чтобы иметь средства к существованию в цирке. Ну, понятно, что ни одной женщине ну, в страшном сне не предвидится, конечно, такие изменения внешности. Акромегалия также называют иногда еще в иностранной а, медицинской литературе болезней Пьер Мари а, в честь французского исследователя, невролога а, Пьера Мари, который впервые описал клинический случай а, с характерными проявлениями акромегалии. И он заметил, что а, в, в некоторых случаях, которые он наблюдал в своей практике, ну, в общем, а, изменения внешности были м, достаточно схожи между собой. Также Пьер Мари предложил впервые этот термин акромегалия. Однако он считал, что изменение внешности обусловлено системным заболеванием, был склонен рассматривать это как заболевание соединительной ткани. И несмотря на то, что при аутопсии в случае акромегалии был найден опухоль гипофиза размером с яйцо, тем не менее не связал это с основным проявлением болезни, считал, что это как проявление общего процесса. Спустя годы, в, уже в 20 веке, в частности в 21 году, впервые было в научных исследованиях показана способность гипофиза стимулировать рост и развитие животных. Ну и еще через 20 небольшим лет впервые из бычьего гипофиза был выделен белковый пептид так называемый гормон роста или соматотропный гормон, как мы его привыкли все в настоящее время называть. Акромегалия – достаточно редкое заболевание. По некоторым литературным данным, заболеваемость колеблется от 16 до 76 случаев на 1 миллион жителей. Ну, в среднем описывают около 60-70, напомню, на 1 миллион. Ежегодно регистрируется по 3-4 новых случая, также на 1 миллион населения. Примерно с одинаковой частотой мужчин и женщин. Ну и обратите внимание, что средний возраст пациентов на момент установления диагноза составляет от 40 до 50 лет. Ну, в среднем, безусловно. Конечно, это самый активный, трудоспособный возраст, когда такой человек имеет уже большой опыт в своей профессии, еще достаточно молод, чтобы стремиться к каким-то новым познаниям, новым свершениям. Но, тем не менее, серьезные заболевания, конечно, значительно ограничивает его способности, возможности и продолжительность жизни. И также, как подтверждение тому, что акромегалия ⁇ это сложный диагноз, обратите внимание, что первые симптомы, как правило, появляются в среднем за 10, иногда за 15 лет до установления диагноза. То есть заболевание развивается постепенно, не всегда вовремя врачом объясняются те или иные симптомы, и, э, по сути дела, теряется время, и, конечно, это не приводит к улучшению прогноза. Акромегалию можно смело назвать орфанным заболеванием. Напомню, что такое орфанное заболевание. Это редкое заболевание, которое затр затрагивает только небольшую часть населения. Их еще называют болезнями сиротами. причем с, с какой точки зрения, не посмотри. Ну, в общем, не существует какого-то единого уровня распространенности, по которому можно было отнести заболевание к орфанам. Но ну, в среднем, например, в России считается орфаном заболеванием, при котором распространенность его не более 10 случаев на 100 тысяч или 100 на миллион. Ну, в общем-то, да, соответствует распространенности акромегалии в целом. Так, в Минздравом России в приказе от 7 мая 2014 года акромегалия включена в список орфанных заболеваний с кодом по МКБ Е22. Ну, почему болезни сироты? Потому что для их исследований, конечно, нужна достаточно большая когорта пациентов и проведение исследований, в том числе лекарственных препаратов, конечно, ограниченной редкой, редкой заболеваемостью. Ну и напомню тоже в эту же тему, что последний день февраля с 2008 года празднуется как или, в отмечается как днем редких или орфанных заболеваний. <свят> что касается этиологии акромегалии, то в 95% случаях причиной акромегалии является спорадическая доброкачественная моноклональная опухоль, которая развивается из передней доли гипофиза. Напомню, в передней доле ADN гипофиза Секретируется достаточно много различных гормонов тропных. Ну, в частности, одним из ярких представителей является соматотропный гормон, поэтому опухоль, вырабатывающая соматотропные гормоны, называется соматотропинома. Также она может иметь и смешанную гормональную активность. Чаще всего нередко соматотропинома сочетается с элементами пролактиномы, ну, в общем, достаточно часто, помимо повышения уровня соматотропного гормона, еще можно и лабораторно определить и повышенный уровень пролактина. Гораздо реже она может сочетаться с повышенной секрецией адренокортикотропного гормона, тереотропного и других. Менее 2% случаев клинического синдрома акромегалия приходится на эктопическую секрецию гормона роста, или еще реже соматолиберина. Напомню, что соматолиберин – это релизинг гормон, который вырабатывается в гипоталямусе. Основная его функция – это стимуляция секреции соматотропного гормона. Что такое эктопическая секреция? То есть опухолевые клетки вне гипоталяма гипофизарного расположения вырабатывают гормон роста. Как правило, это злокачественные клетки. Чаще всего к повышенной секреции гормона роста приводят опухоли легких – нередко средостения, кишечника, а также других локализаций. ну конечно, этот диагноз достаточно сложен для постановки, и, как правило, это диагноз исключения. То есть в первую очередь мы должны исключить а, именно аденому гипофиза, вырабатывающего большое количество гормона роста. А, также достаточно редко, но акромегалия может быть проявлением так называемого а, множ синдрома множественной накрытой неоплазии, в частности первого типа Вермера, когда аденома гипофиза с различной гормональной секреторной активностью, может сочетаться с опухолями паращитовидных желез и развитием гиперпаратериоза, а также опухолями клеток поджелудочной железы, так называемых островков Лангенгарса, хорошо вам известных, причем может наблюдаться акромегалия в сочетании как с инсулиномой, так и с глюкогономой. Но это, безусловно, редкие случаи, и также они сложны в диагностике, безусловно, этим будет заниматься эндокринолог. Нередко опухоль может располагаться и сочетаться с опухолями вилочков железы и надпочечников. Патогенез акромегалии обусловлен, безусловно, действием, биологическим действием гормона роста или соматотропного гормона, Это его, еще одно название гормона роста. Он секретируется, напомню, в аденогипофизе или в передней доле гипофиза. Основные патофизиологические моменты включают стимуляцию выработку инсулина-подобного фактора роста, который приводит к пролиферации различных клеток и тканей. Кроме того, гормон роста способствует сжиганию липидов или ну, так называемый сжигатель жира увеличивает синтез белка и тормозит его распад. Не случайно соматотропный гормон считается наряду с тестостероном и инсулином одним из самых активных анаболических гормонов. Ну и нередко используется, как вам хорошо известно, в околоспортивной, я бы сказала, около медицины. Кроме того, соматотропный гормон усиливает поглощение, поглощение кальция костной тканью. Ну, вот основные физиологические механизмы акромегалии. А клинические проявления, ну, с учетом того, что а, соматотропный гормон имеет рецепторы практически во всех органах и тканях, а, логично предположить, и, в общем, это подтверждается клинической практикой, а, влияние а, избытка гормона ростов на практически на все органы, что приводит также и к вистеромегалии, как мы с вами говорили в самом начале. А, безусловно, акромегалия одним из проявлений является патологии сердечно-сосудистой системы, в частности, кардиомегалия, гипертрофия левого желудочка и других отделов сердца, диастолическая дисфункция, крайне характерна артериальная гипертония, нередко резистентная к стандартной гипотензивной терапии. Артропатия – один из важнейших и ярких признаков акромегалии, в частности, туннельный карпальный синдром как проявление Нередко при акромегалии можно наблюдать и диагностировать различные неоплазии, которые развиваются в несколько раз чаще, чем у представителей каких-либо других патологий. В частности, в первую очередь повышается риск колоректального рака. Очень характерно для акромегалии синдром ночных апноэ, различные сосудистые нарушения со стороны головного мозга, ну и, безусловно, акромегалия в, в большой, с большой частотой проявлений может сопровождать и пангипопиетуитаризм особенно если аденома гипофиза больших размеров и вызывает, по сути дела, разрушение или сдавление других отделов адена гипофиза. Это, об этом нужно, конечно, безусловно, помнить всегда. Акромегалия – хроническое полиорганное заболевание, как мы уже сказали, поскольку рецепторы к самототропному гормону присутствует практически во всех органах и тканях. Вот если рассмотреть по частоте выявления того или иного симптома в этом синдроме, то, безусловно, на первом месте является характерное изменение внешности, так, огрубление черт лица, увеличение подбородка, скуловых дуг. Конечно, это увеличение размеров кистей и стоп, и нередко пациенты об этом говорят, или нужно активно об этом спрашивать. Не, увеличились ли, не увеличился ли размер обуви в последние годы у вас, не изменилось ли размер перчаток, который вы покупаете? Очень важным является просьба пациента показать фотографию в паспорте, особенно если он менял ее достаточно давно, то очевидные изменение внешности можно наблюдать уже при осмотре паспорта. Очень характерным симптомом является потоотделение. Нередко с, этим, с этой жалобой и обращаются пациенты к врачу. В первую очередь, конечно же, к терапевту или врачу общей практики. А, нужно помнить о том, что такой достаточно часто встречаемый синдром и достаточно характерный. А, ну, конечно, у женщин нарушение менструального цикла, у мужчин это эректильная дисфункция. А нередко, но ну, обратите внимание, что не в 100% случаев головная боль встречается в клинической картине, но тем не менее, достаточно часто. Артралгия очень характерна для акромегалии, тоже нужно об этом помнить. Если нет серьезных изменений со стороны суставов и сустановых хряща, то нужно, конечно, помнить о том, что артралгия, артропатия вообще могут быть проявлением именно акромегалии. Очень характерен синдром запястного канала. Наверное, это тоже тот симптом, который должен врача насторожить и в плане, настроить в плане диагностики акромегалии. Сахарный диабет является часто встречаемой патологией, которая может развиваться уже на фоне акромегалии, а может сопровождать этот клинический синдром артериальная гипертония, которая тоже очень часто встречается в практике терапевта. Но здесь, пожалуй, нужно сделать поправку о том, что вот такая упорная, резистентная к стандартной гипотензивной терапии артериальная гипертония все-таки должна тоже настроить врача на дополнительные исследования и, может быть, направить к эндокринологу. Как, впрочем, любые артериальные гипертонии могут, как вы прекрасно знаете, иметь вторичный эндокринный генез. И, безусловно, помощь эндокринолога здесь будет очень важна. Особенности клинической картины акромегалии, опять же, возвращаясь к тому, почему мы считаем его достаточно сложным диагнозом, поскольку, ну, безусловно, при яркой манифестной клинической картине, наверное, она не составит большого труда, потому что если, например, пришел к вам пациент, вы с порога уже видите акромегалоидные яркие черты, и действительно, пациенты с выраженными клиническими проявлениями макромегалии очень похожи между собой. Вот такие грубые черты лица, они носят специфический характер. Но таких пациентов не так много на самом деле, потому что в 70% и 75% случаев это заболевание может иметь мягкую так называемую форму, которую мы называем микромегалией. Что характерно вот для такой мягкой формы, конечно, очень постепенное развитие изменения, особенно изменения лицевого скелета, которые врач наблюдающий данного пациента многие годы может и в общем не обратить на это внимание. Не случайно акромегалию называют диагнозом нового врача. Нередко врач любой специальности, впервые увидя пациента, может заподозрить какие-то те или иные проявления акромегалии. Это заболевание в мягкой форме может начинаться достаточно поздно, это старше 45-50 лет. Он характеризуется меньшей такой гормональной и проферативной активностью, то есть симптомы все стертые. Аденома гипофиза, как правило, имеет очень медленный интерселярный рост, редко дает рост в окружающей ткани и прорастание в кавернозный синул, синус, как правило, не имеет выраженного хиазмального синдрома. То есть вот такое мягкое постепенное течение и приводит, собственно, к поздней диагностике, когда уже у пациента можно выявить различные множественные полиорганные поражения. И это, конечно, ограничивает наши терапевтические возможности и а, приводит к снижению качества жизни пациентов и приводит к снижению а, ответа от лечения и прогноза. А, Но ну, несмотря на это, а, вот такая форма микромегалии, так называемая, она имеет очень неплохую чувствительность к медикаментозной терапии, в частности, к аналогам о которых мы а, немножко с вами поговорим чуть позже. А, итак, Сложность диагноза заключается в так называемой запоздалой диагностике, поскольку практически у большинства пациентов диагноз акромегалии ставится уже на поздней стадии заболевания, когда есть не только клинические проявления акромегалии, но и развитие различной соматической патологии, связанной вот с воздействием гормона роста на различные органы и ткани. Причем хочется сказать, что пациенты -то обращаются к врачам, причем разных специальностей, но в первую очередь, безусловно, к терапевту. Обратите внимание, что таких пациентов могут выявлять и стоматологи, поскольку характерным проявлением акромегалии является диастема или расхождение, или большие щели между зубами, особенно на верхней челюсти. Поздняя диагностика ведет, к, как я уже говорила, к ограниченным терапевтическим возможностям, к ухудшению прогноза, к ранней инвадилизации больных и необходимость лечения не только самой акромегалии, но и распространенных множественных осложнений, таких как сахарный диабет, артериальная гипертония, резистентная к лечению. Это может быть и ишемическая болезнь, и различные поражения суставные, и многие-многие другие проявления. Ну и, безусловно, говоря о том, что сахарные, простите, акромегалии это орфанное заболевание, мы помним, что орфанные заболевания – это те, та патология, при которой медикаментозная терапия достаточно дорога, не случайно их называют болезни сироты, Ну и, безусловно, помимо специфических медикаментозных средств, еще и необходимо закладывать сюда затраты на лечение сахарного диабета, артериальной гипертонии, ишемической болезни, поражения сосудов головного мозга, нарушения зрения и многие-многие другие затраты. Кому же необходим достаточно активный скрининг акромегалии? У каких пациентов необходимо заподозрить или вспомнить о том, что существует такое редкое заболевание, но тем не менее заболевание, которое быстро приводит к инвалидности, к инвалидизации больных? Это, безусловно, пациенты с сахарным диабетом второго типа, с выраженным гипергидрозом или с выраженной потливостью, которые нередко встречаются в нашей с вами клинической практике. Это множественные колоректальные полипы или множественные очаги злокачественных на образовании желудочно-кишечного тракта. Ну, вот уже говорили о диастеме. Это пациенты с карпальным туннельным синдромом, которые чаще обращаются, наверное, к неврологам. Это множественная тоже пациенты, не только терапевтов, но и ревматологов, скорее всего. Ну и синдром ночного опноя, который нередко сопровождает ожирение, но в частности нужно помнить о том, что это может быть проявлением и акромегалии. Ну вот такая достаточно разнообразная когорта пациентов, которая, напомню еще раз, может обращаться к врачам различных специальностей. И от того, насколько мы будем быть э, настороже в плане возможного э, проявления акромегалии, конечно, и будет зависеть э, скорость э, постановки диагноза, ну и, соответственно, начало э, специфической терапии. Алгоритм диагностического поиска, э, ну, в общем, достаточно сложен, если вспомнить о том, что в ряде случаев акромегалия может быть проявлением различных опухолевых процессов любой локализации, но все-таки в частности в 95% случаев, как мы говорили, это аденома гипофиза, но это не значит, что при подозрении на акромегалии мы должны тут же направлять пациента на МРТ или КТ головного мозга. Алгоритм диагностического поиска хорошо Разработан в частности в российских клинических рекомендациях и Медицинской литературе, посвященной акромегалии. И в первую очередь необходимо провести гормональные исследования при подозрении на акромегалию. Если подтверждается этот диагноз гормональными тестами, то следующим вторым этапом является топическая или визуализирующая диагностика, как раз либо магниторезонансная томография, либо компьютерная томография с контрастным усилением для подтверждения повышенной секреции гормона роста, и в частности, для подтверждения аденомы. Если в, при КТ или МРТ гипофиза мы не находим характерные изменения по типу аденомы, ну, вот тогда это повод уже задуматься о том, что это эктопическая секреция гормона роста. И, конечно, тут диагностический поиск может быть очень сложен, поскольку не всегда удается сразу выявить образование, вырабатывающее большое количество либо соматотропного гормона, либо соматолиберина. Необходимо обязательно направить пациента к офтальмологу, поскольку мы помним, что перекрест зрительных нервов, турецкое седло и большие объемные образования гипофиза могут вызывать сдавление перекреста зрительных нервов и, и приводить к различным нарушениям зрения, вплоть до битемпоральной гемианопсии и атрофии зрительных нервов, конечно, в тяжелых запущенных случаях при больших размерах аденом. Дополнительные методы исследования, как правило, используются уже для оценки и диагностики многочисленных проявлений соматических или осложнений этого заболевания, такие как суточное мориторирование АД, ЭКГ, ЭКГ-мониторирование, полисомнографию, эхо кардиография, а также УЗИ щитовидной железы, потому что нередко сочетается с различными формами узлового или диффузного зоба и, конечно, внутренних органов, когда можно выявить вистеромегалии в частности печени, селезенки и других органов. А также одним из важных диагностических исследований является колоноскопия, при которой исключаются различные виды доброкачественных или злокачественных новообразований. Uh... Mm -hmm. на гормональной диагностике хочу остановиться поподробнее, поскольку, еще раз повторяю, это первый очень важный этап, по сути дела, отсекающий наши подозрения, есть у пациента акомегалии или нет. Ну, конечно, при яркой выраженной клинической, клинической картине, когда изменение лицевого скелета настолько характерно, что, в общем, не оставляет никаких сомнений, это только подтверждение диагноза будет гормональное исследование. Но, тем не менее, в случаях, когда мы заподозрили, и, по сути дела, такая точка отсечения, есть гиперсекреция гормона роста или нет. Это, безусловно, первым этапом проводится лабораторная гормональная диагностика. И здесь важнейшим, как ни странно, лабораторным исследованием является не определение как такового и самого гормона роста, а наиболее значимым является определение уровня инсулин-подобного фактора роста 1, или в некоторых лабораториях он фигурирует под названием соматомедин. Почему это более важно и более значимо? Поскольку он отражает сумма, суммарную такую соматотропную активность гипофиза а, или а, опухолевой ткани, имеет более длительный период полужизни, в среднем до 18-20 часов, с, в, в отличие от непосредственно соматотропного гормона, и меньше подвержен суточным колебаниям. Поэтому такой более устойчивый, так скажем, лабораторный феномен, и определяется иммуноподобный фактор роста 1%. Вторым важнейшим исследованием является определение так называемого гормона роста надира. Но такое очень красивое название. Сейчас мы с вами разберем, что это такое. Одним из важнейших диагностических критериев акромегалии является изменение гормона роста в ходе стандартного глюкостолерантного теста. Наверняка хорошо вам известно. Когда проводится определение, ну в частности, если в стандартном глюкостолерратном тесте мы определяем уровень глюкозы крови до приема 75 грамм глюкозы и после, то здесь некая модификация и определяется не уровень глюкозы, а уровень гормона роста до проведения этого теста и каждые 30 минут в течение двух часов. Безусловно, этот тест проводится в как правило, в стационарных условиях, куда пациента мы направляем для а, уточнения диагноза и обследования. Итак, а, ну, конечно, с оговоркой нужно сказать, что этот тест противопоказан при, у пациентов с сахарным диабетом, и это тоже подтверждает о том, что акромегалия – это сложный диагноз, в частности, сложный для постановки и обследования, поскольку большая часть пациентов с акромегалией имеет, как правило, и сахарный диабет, поэтому этот тест, который является диагностическим критерием акромегалии, в большинстве случаев, к сожалению, провести не удается. Итак, что такое надир? Если мы определяем до проведения теста и каждые 30 минут, то, по сути дела, у нас имеется от 5 до 6 уровней гормона роста в ходе проведения глюкостолерантного теста. И вот наименьший уровень соматотропного гормона в данных пробах и называется гормон роста надир. Считается, что если наименьший, то есть самый маленький уровень самототропного гормона в, в ходе этого теста более 1 нанограмм на миллилитр, это подтверждает автономную опухолевую секрецию гормона роста, то есть подтверждает, по сути, акромегалии. Вот эти два важных исследования – это нативный инсулин, подобный фактор роста 1, и гормон роста надир. Ну, безусловно, в, в, случае сахарного диабета он противопоказан, тогда ориентироваться приходится на уровень соматотропного гормона, который должен быть менее 1 нанограмм миллилитр. И вот эти два важных гормональных теста, и, по сути дела, подтверждают, либо исключают диагноз, если они нормальные. В ряде случаев приходится прибегать к дополнительным гормональным пробам, в частности, определение пролактина, потому что мы уже с вами говорили в начале вебинара о том, что достаточно часто гиперсекреция гормона роста сопровождается гиперсекрецией пролактина. Ну и эндокринологи, безусловно, еще настаивают на определение других тропных гормонов гипофиза, в частности, адренокортикотропного тропного гормона и его периферического так скажем, собрата кортизола, это лютонизирующий гормон, фолликулостимулирующий, тестостерон, гормон щитовидной железы. Но поскольку нередко опухоль гипофиза, вырабатывающая соматотропный гормон, может приводить к с давлением других отделов аденогипофиза и снижение секреции тропных гормонов в соответствующие проявления, например, гипогонадизма или гипокортицизма, или даже гипотериоза. Поэтому это важно. Также нужно обязательно проводить исследования на уровень натрия крови осмолярности и удельный вес мочи, поскольку помним, что в задней доле аденогипофиза на идет накопление так называемого антидиуретического гормона или вазопрессина и при патологии аденогипофиза э, издавление задней доли может э, приводить к развитию несахарного диабета и пациенты конечно в ряде случаев могут и не обращать на это внимание но нужно обязательно спрашивать о том насколько изменился у вас объем мочи э, су суточный объем и безусловно это подтверждается Анализами мочи и анализами электролитов крови. После того, как мы подтвердили гормональную активность, то есть гиперсекрецию а, соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста, а, безусловно, проводится так называемая топическая диагностика. И здесь золотым стандартом является проведение магнитно-резонансной томографии гипофиза с контрастным усилением. Ну вот, как представлено хорошо на картиночке, <coughs> видите, а, значит, разрушение стенок турецкого седла и достаточно большое пухолевидное образование гипофиза, которое изменяет, по сути дела, и всю конфигура... <кười> конфигурацию <кười> простите, разрушенного гипофиза. Но при наличии противопоказаний к проведению МРТ, в частности, таких как электростимулятор или какие-то другие а, клинические особенности, ну, а, прибегают тогда а, к компьютерной томографии тоже с контрастным усилением. По размерам различают микроаденомы. Это, как правило, аденомы менее 1 сантиметра макроаденомы более сантиметра, ну и гигантские аденомы это более 4 сантиметров или 40 миллиметров. Это классическая характеристика классификации всех аденом гипофиза, которые встречается в нейроэндокринологии и нейрохирургии. Алгоритм диагностики акромегалии, если коротко представить то, что мы, о чем с вами говорили, то, конечно, на первом этапе это определение инсулин-подобного фактора роста. При нормальном его уровне, ну, в общем, можно смело исключать акромегалию. Если уровень инсулин-подобного фактора роста повышен, то проводится... Глюкостолерантный тест в случаях, когда он не противопоказан а, при нормальных значениях, акромегалия исключена, а, при недостаточном подавлении, то есть гормон роста выше 1 нанограмма на миллилитр, проводится МРТ или КТ. При подтверждении объемного образования гипофиза устанавливается диагноз соматотропинома или либо соматопролактотропинома или с какой-то другой гормональной активностью. При отсутствии характерных изменений на МРТ это, безусловно, уже более сложная клиническая задача, поскольку здесь нужно проводить активный поиск злокачественного образования, вырабатывающего большое количество гормона роста или, как мы уже говорили, соматолиберина. Ну, безусловно, там уже проводятся КТ грудной полости, брюшной полости, органов малого таза, и, то есть активный поиск опухоли. Стратегия лечения акромегалии не всегда, наверное, четко можно провести водораздел, какой именно способ лечения предпочтительнее. Безусловно, это индивидуально решается, это зависит от возраста пациента, от наличия у него различных соматических заболеваний или осложнений на акромегалии, нередко представляет собой сложную задачу, особенно при запоздалой диагностике, как мы уже неоднократно говорили, поскольку наши терапевтические возможности они становятся достаточно ограниченными. Но основные цели лечения акромегалии – это, безусловно, ликвидация опухоли. Если это речь идет об опухоли гипофиза, то как правило, это аденомоктомия. Если речь идет о злокачественном образовании с эктопической гормональной секреторной активностью, то, безусловно, проводится тоже хирургическое лечение. Но это уже, конечно, удел онкологов поскольку злокачественного образования должны быть направлены вовремя к специалисту. Одним из целей лечения – это нормализация уровня гормона роста и инсулиноподобного фактора роста, которая нередко представляет собой достаточно сложную клиническую задачу, особенно в запущенных формах при запоздалой диагностике. Это сохранение функциональной активности гипофиза, то есть оставшихся, так скажем, гормональных проявлений и секреции других тропных гормонов, предупреждение рецидивов аденомы или рецидивов опухоли, гипофиза и уменьшение выраженности клинических проявлений акромегалии и его осложнений. Ну, выделяет три основные метода лечения акромегалии – это нейрохирургическое вмешательство, медикаментозная или консервативная терапия и лучевая терапия. Ну, собственно, вот такие три вида лечения, как и при любых заболеваниях нейрохирургического, так скажем, профиля. Методом выбора хирургического лечения считается селективным или золотым стандартом является селективная, трансназальная, трансфеноидальная аденомоктомия. Ну, вот на картинке примерно показан доступ, трансназальный. Безусловно, важна квалификация нейрохирурга. Ну, в общем, это уже операция из разряда редких, безусловно, перешла в, вошла в нашу обычную клиническую практику. Я думаю, что наверняка вы встречали пациентов, которые были в руках у нейрохирурга и подвергались такому методу лечения. При микроаденомах, как правило, эффективность этого метода лечения крайне высока. В среднем радикальное удаление опухоли удается добиться в 80 и более процентах случаев. При, при макроаденомах, конечно, эффективность снижается и составляет от 40 до 60 процентов. Ну а при гигантских опу опухолях гипофиза, особенно если а, они имеют интралатор или а, супраселлярное а, расположение и, и инвазии в кавернозные синусы, то, конечно, эффективность, как видите, составляет не более 10 процентов. здесь помимо а, хирургического лечения, конечно, на первый план выходит а, консервативная или медикаментозная терапия. Напомню, что нейрохирургическое лечение – это первый этап. Ну, и основной критерий эффективности и радикальности операции – это достаточно быстрая и стойкая нормализация вот этих двух маркеров гормональной активности – это соматотропный гормон или гормон роста и инсулиноподобный фактор роста 1. Какие факторы могут свидетельствовать о неэффективности и прогностически, в общем, можно предположить, что только лишь нейрохирургическое вмешательство будет недостаточно. Это, безусловно, большие размеры опухоли. Это достаточно распространенный рост, когда идет распространение опухоли за турецкое седло, под турецкое седло, ретро, то есть боковые отделы. Это, конечно же, если по данным МРТ прослеживается инвазия в кавернозные синусы, ну и содержание гормона роста крайне высокое, более 50 нанограмм на миллилитр, конечно, предполагает о том, что нейрохирургическое вмешательство можно расценивать только как первый, начальный этап, а в дальнейшем потребуется достаточно серьезная медикаментозная терапия. Консервативная или медикаментозная терапия акромегалия Последние годы активно развиваются в арсенале эндокринолога и нейрохирургов. Есть достаточно много различных препаратов, ну, которые можно, пожалуй, вот, выделить в четыре такие большие группы. Это в первую очередь аналоги соматостатина. Напомню, что такое соматостатин. Это релизинг гормон в отличие от либерина, который стимулирует клетки гипофиза на секрецию тропных гормонов, статины, в частности, соматостатин, это релизинг гормон, то есть гормон, вырабатываемый в который способствует торможению или подавлению секреции гормонов гипофиза, в частности, соматотропного гормона, то есть действует на клетки, вырабатывающие сомато соматотропный гормон. Исполь, могут использоваться как первичная терапия, то есть как первый этап лечения, ну, при отказе пациента от оперативного вмешательства, ну, может быть не очень часто, но такое встречается, либо при противопоказаниях к оперативному лечению, когда имеются серьезные заболевания или серьезные осложнения, которые не позволяют, по крайней мере на данном этапе, прибегнуть к нейрохирургическому лечению, возможно, после проведенного первого этапа медикаментозного этот вопрос опять будет подниматься там в рамках консилиума, ну а также, конечно, как, как второй вторичный этап лечения после проведенного либо хирургического, либо лучевого воздействия. Механизм действия аналогов соматостатина – это подавление секреции гормона роста и подавление его профиративного действия на различные органы и ткани. Уделяют две генерации на сегодняшний день препаратов, обладающих Самат, самат, активность в качестве самоцитатина – это акториотит, наверняка хорошо вам известный. Ну, в частности, в эндокринологии, в лечении акромегалии чаще всего используются пролонгированные формы, в частности, акториотит депо, который делается внутримышечно один раз в 28 день, дней. Простите, начальная доза составляет 20 мг. Ну и далее под контролем уровня гормона роста и ФР при недостаточно эффективном подавлении доза постепенно повышается от 30 до 40 мг внутримышечно раз в 28 дней. Иногда приходится прибегать к сокращению срока введения. Также к первой генерации относится и ланриатит, торговое название самотолинаут который также вводится раз в 28 дней, в некоторых случаях при выраженной эффективности и хорошем гормональном контроле интервал введения может быть увеличен до одного раза в 56 дней, то есть, по сути, один раз в два месяца. Препараты второй генерации, аналогов соматостатин, относятся по сериотит или сигнифорта с торговым названием, который также вводится практически один раз в месяц в дозе от 40 до 60 миллиграмм. Вторая группа препаратов для лечения акромегалии эффективного контроля гиперсекреции гормона роста относятся блокаторы рецепторов гормона роста. Это геноинженерный аналог соматотропного гормона. Ну, механизм, понятно, что он конкурентно взаимодействует с рецептами гормона роста в периферических тканях, по сути дела, блокируя биологическое действие соматотропного гормона. К этой группе относится единственный представитель, зарегистрированный в России. Это Пигвисамант с торговым наименованием Самоверт. И вводится один раз в день от 10 до 30 мг, в зависимости от клинических проявлений и гормонального контроля. Ну и есть пролонгированная форма, которая вводится один раз в неделю в до 80 мг. Третий класс препаратов для медикаментозного или консервативного лечения – кромегалия. Это хорошо известные агонисты дофамина. Но ну, хочу сказать, что наиболее эффективно эти, эта, группа препаратов зарекомендовала себя при сочетанной гормональной активности аденома гипофиза, когда наблюдается гиперсекреция не только гормона роста, но и пролактина, что нередко встречается. Ну, вот в этих случаях, конечно, нам, нам хорошо помогает препарат Кабергалин, это Достинекс или Агалатас. Это тот класс препаратов, который мы очень активно и очень эффективно используем при лечении пролактинома. Ну, гинекологам наверняка хорошо известен это препарат для подавления лактации. Используется в дозе от 1 до 3,5 мг в неделю, достаточно большая доза. А нередко при отсутствии эффекта и подавлении пролактины самотропного гормона может увеличена доза быть до 6 мг в неделю. Напомню, в таблетке 0,5 мг. Ну и в крайне тяжелых э, таких диагностических и клинических случаях когда речь идет о а, злокачественных опухолях или о, о, крайне агрессивных опухолях, ну, как, конечно, как терапия отчаяния, да, безусловно, в онкологии могут назначать и цитостатики, такие как а, зломит или веролимус. Ну, конечно, терапия это очень сложная, с массой побочных эффектов, и это, конечно, еще раз повторяю, терапия отчаяния, это уже а, тогда, когда мы мало чем можем помочь а, нашему пациенту. Пациенту. Лучевая терапия, как правило, может рассматриваться как третий этап лечения при отсутствии эффекта от нейрохирургического вмешательства и как дополнение к нему медикаментозной или консервативной терапии. Иногда лучевая терапия при невозможности проведения операции или при отказе может рассматриваться и как первичный этап. Но в частности, все-таки лучевая терапия в основном это, так скажем, запасной вариант при отсутствии эффекта от других методов лечения. Особенности ну, проводится стереотоксическая радиохирургия, так называемый гамма-нож или кибернож. Это, конечно, это метод лечения используется в крупных радиологических клиниках. Особенность лучевой терапии для лечения акромегалии заключается в том, что результат нужно ждать достаточно долго. В среднем этап наступления ремиссии может сопровождаться от 3 до 10 лет. И, безусловно, пациента нужно лечить на этом этапе, уже после проведенной лучевой терапии, объяснять пациентам о том, что вам провели достаточно серьезное и достаточно дорогостоящее лечение, но вы не выздоровели там, через полгода. Иногда даже через год сохраняются явления акромегалии. Это требует проведения консервативной терапии или медикаментозной. Терапии. Ну и, безусловно, при этом методом лечения достаточно высок риск развития осложнения, в частности, гипофизарная недостаточность, достаточно часто развивается несахарный диабет, лучевые некрозы различных отделов головного мозга, могут быть зрительные нарушения, ну и как воздействие на, на центральную нервную систему. Конечно, это может приводить к снижению когнитивных функций, не говоря о том, что это могут провоцировать и вторичные опухоли головного мозга. Ну, лечение тоже представляет собой достаточно серьезную и сложную задачу. Ну, не случайно я еще раз вынесла в названии нашего вебинара о том, что акромегалия – это сложный диагноз с точки зрения как диагностики, лечения, так и результатов и эффективности этого лечения. Динамический контроль, по сути дела, пожизненный за такими пациентами, у которых установлен, диагностирован акромегалия. В крайне редких случаях нам удается добиться полной ремиссии после проведенного нейрохирургического лечения, еще раз повторяю, потому что акромегалии все-таки характеризуются достаточно поздной, поздней диагностикой, когда ну, не только есть уже достаточно большие размеры аденомы, но и развились уже многочисленные соматические проявления заболевания. Но, тем не менее, когда речь идет о возможности проведения нейрохирургического лечения, то практически в первый день операции контроль уже проводится по уровню гормона роста. И при его значительном снижении, и при уровне его менее 2 нанограмм на миллилитр, можно очень аккуратно и осторожно ну, как бы говорить о том, что это лечение будет... Эффективным и, и риск развития рецидивов значительно меньше, чем в других клинических ситуациях. Таким пациентам через 12 недель, то есть через 3 месяца примерно проводится глюкозотолерантный тест с тем самым гормоноростом надиром. Ну и здесь, если этот наименьший уровень соматотропного гормона в ходе глюкозотолерантного теста менее 1 нанограмм на миллилитр, можно диагностировать смело уже хирургическую ремиссию. Безусловно, таким пациентам тоже нужно контролировать полностью гормональный статус не только гормон роста и ПФР, но и кортизол обязательно, и Т4 свободные, а также половые гормоны, для того, чтобы оценить, нет ли влияния на другие тропные функции гипофиза, в частности, нет ли снижения адренокортика тропного и тереотропной функции. И уточнение, конечно, необходимости заместительной терапии. Примерно тоже через 6-12 недель обязательно идет оценка эндокринологам для того, чтобы вовремя выявить изменения и начать адекватную заместительную терапию. Ну, хочу подчеркнуть, что для того, чтобы выявить, диагностировать так называемый вторичный гипотереоз, то есть гипотереоз, связанный с недостатком гормонов тиреотропного, то есть ТТГ, эндокринологи э, проверяют всегда именно Т4 свободные, поскольку уровень ТТГ может быть как сниженным, так и нормальным. И это, безусловно, э, уведет в сторону вторичной, диагностики вторичного гипотереоза и отсрочит э, 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 начало заместительной терапии тиреоидными гормонами. То же самое касается кортизола. Э, это периферический гормон, вырабатываемый надпочечников. Конечно, э, его нужно контролировать, чтобы вовремя тоже при изменениях начать заместительную терапию. МРТ головного мозга и в частности гипталям гипофизарного отдела с контрастным усилением также проводят через 12 недель. Ну, вот такая трезная точка 12 недель. Да, видите, если у нас уровень в первые сутки гормон роста нормализовался, то мы от пациента, по сути дела, отпускаем и активно уже через 12 недель проводим глюкостолерантный тест, гормональный статус определяем и МРТ с гипофиза для того, чтобы понять, насколько радикально была проведена операция, нет ли какой-то остаточной опухолевой ткани и каких-то изменений стороны структур других головного мозга. Ну и, наконец, контроль ЭПФР проводится через три, не раньше, чем через 3 месяца, в целом от 3 до 6 месяцев. И это более точный маркер гормональной ремиссии. Ну, наверное, более, более наверное, такой, еще раз повторяю, поскольку он отражает такую суммарную активность соматотропную, конечно, это более точный маркер благополучия, так скажем, гормонального. Конечно, наши пациенты, даже если радикально проведена операция, и мы диагностировали и подтвердили ремиссию заболевания, но все-таки такие пациенты, они не выпадают из поля зрения эндокринолога в первую очередь. Если диагностирован рецидив гормональный или биохимический, так мы его называем, то есть активность гормона роста достаточно высока, то инициируется уже медикаментозная терапия теми препаратами, о которых мы с вами говорили. Это либо аналоги. Сама цистатина либо агонисты рецепторов, либо кабергалин на каком-то этапе тоже подключается, если пролактин повышен. И такие пациенты, по сути дела, находятся при, в постоянном гормональном контроле. Особенно первый год каждые три месяца проводится мониторирование инсулиноподобных факторов роста и гормона роста. Ну, при подтверждении ремиссии на данном этапе ну, как минимум один раз в шесть месяцев. Если не достигаются уровни нормального референсного значения этих двух гормональных исследований, то, безусловно, инициируется интенсификация лечения, которая может заключаться либо в тетрации или увеличении доз препарата, либо сокращение интервалов введения, там не один в 28 дней, а один в 14 дней или в 21 Иногда замена препарата требуется в рамках одной фармакологической группы или подключения к лечению второй генерации или второй группы препаратов для лечения акромегалии. Ну и, конечно, тут обсуждается комбинация. Но в любом случае лечение должно быть направлено на стойку нормализации уровня ИПФР и гормона роста. Это считается наиболее эффективным достижением цели. Ежегодно у пациентов проводится МРТ-гипофиза и различные исследования для контроля соматической патологии, как проявление акромегалии. Это, конечно, и полисомнография, и эхокардиография, УЗДГ, ВН. Гормональный статус обязательно проверяется, в частности, по щитовидной железе, и не только гормоны, но и УЗИ, поскольку, еще раз повторяю, очень часто сочетается с различными заболеваниями щитовидной железы. Ну и помним о том, что нередко на этом может аденом гипофиза сочетаться с другими опухолями в рамках МЭН-синдрома. И, конечно, эндокринолог обязательно вспомнит о том, что необходимо исключать заболевания надпочечников или каких-то других. Ну, каждые два года рекомендовано таким пациентам проводить денситометрию в целях своевременного выявления остеопороза и адекватного и своевременного эффективного лечения. Ну, и каждые пять лет проводится колоноскопия, тоже для контроля за пролиферативными процессами в кишечнике. Ну, вот все, что коротко мы с вами обговорили, представлено здесь в виде алгоритма когда при наличии после проведенного первого, ну, пожалуй, такого главного, золотого стандарта лечения кармигалии после проведения операции, если она проводилась, оценивается в первые сутки. Если мы достигли ремиссии, то такой пациент наблюдается активно, и через 12 месяцев повторяются все гормональные тесты и МРТ. Если не достигнуто своевременное подавление вернее, нормализация, не нормализация уровня гормона роста и, сама и инсулин, факторы роста, то здесь различные этапы, комбинации различных препаратов, если не удается на, на монотерапии компенсировать пациента. Ну и в некоторых случаях приходится прибегать либо к лучевой терапии, либо к повторной операции, если по данным контроля МРТ выявлена опухолевая ткань, и эта опухолевая ткань, она, в общем, подлежит, возможно, приведению повторного радикального вмешательства. Ну, еще раз повторяю, не случайно акомегалия это сложный диагноз, поскольку и лечение его тоже достаточно сложно, в несколько этапов, как видите, и не всегда удается добиться полной ремиссии. Хотя, бы, конечно, и встречаются случаи и эффективного лечения с первого этапа, и отсутствия необходимости подключения медикаментозной консервативной терапии. Ну вот в заключение нашего вебинара. Хочу напомнить, что мы с вами вступили в зимний период. Декабрь – это первый месяц. Долгие зимние еще нам дни предстоят. Ну и немножко, чтобы отвлечь от сложного диагноза акромегалия, Хочу сказать вам, поделиться о том, что в Третьяковской галерее открыта выставка замечательных работ Игоря Мануиловича Грабаря, прекрасный зимний сюжет, и, и полотна можно посмотреть, и призываю вас, вот, в частности, одна из этих картин прекрасная «Березовая аллея» который много лет, и можно увидеть на выставке. Поэтому призываю вас всех не только заниматься своей любимой работой, но и отдыхать, отвлекаться от наших с вами пациентов и получать колоссальное удовольствие от работы знаменитого русского и советского художника. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.